Добро пожаловать на наш канал HardTestInfo. В данном видео я вам расскажу, как сделать сброс настроек сети на устройстве Nubia Neo 2. Для этого зайдемте в меню приложений и выберем приложение «Настройки». Тут в самом низу прокручиваем вниз, выберем пункт «Система» и «Сброс настроек». И тут самый первый пункт – это «Сброс настроек сети». Нажмем «Сбросить настройки», нажмем «Да». Сетевые настройки были сброшены. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал. И до новых встреч.